Вопрос. Как преодолеть двойственность сознания, когда одним человеком иногда совмещаются поочередно противоположные состояния? Читал, что это опасное состояние, так как оба противоборствующие полюса набирают силу, и нет гарантии, что победит добро. В чем панацея для преодоления этого? Ответ Матери Мира. Двойственность – самое худшее качество характера. Это как две сущности, постоянно спорящие друг с другом. Для души это тяжелый груз. С двойственными людьми не хочется связываться. От них можно ждать чего угодно и в самый неподходящий момент. Если человек осознает в себе этот порог, не остается ничего, как только кармическая отработка. Если он не может справиться сам с собой, придет Шани и поможет. Вопрос. Получается, кто ближе, все-таки любимый? Может, это недостаток современной жизни на планете, и нужно стараться подниматься над этой замкнутостью отношений, раскрываясь для любви такой, как ты всех любишь, совершенному единству? Ответ Матери Мира. Это работает заповедь Иисуса Христа «Возлюби ближнего, как самого себя». Матерь Мира Мария Деви Христос подняла любовь на иной уровень. Осознающий, будущий преображенный человек шестой расы должен научиться любить человечество любовью Матери Мира и все сущее. От эгоистичной любви перейти к любви безусловной и надмирной, а она сострадательна и жертвенна. Вопрос. В Евангелии от Марии Магдалины есть слова. Когда Моисей сказал «Не пожелай иметь жену ближней своей», Сатана записал «Не пожелай иметь жену ближнего своего». А в царстве Отца все являются ближними всех. Есть другое царство под царством Божьим, где каждый находит и узнает своего единственного, самого ближнего потому, что тот радуется, когда мы любим и других. Это описан идеал, к которому должны все стремиться. Ответ Матери Мира. Гностические тексты содержат философию любви агапы, когда все сущее едино, и все человеки – братья и сестры. Это идеальное устройство человеческих отношений в царстве любви. Вопрос. Можно перечислить, о чем конкретно идет речь в тексте, когда говорится, что даже лучшие повинны? Каждая эпоха имеет свои саги об утвержденном вожде и владычице, но закон космический мощен лишь в красоте полного единства. Муж, конечно, явит мужскому началу утверждения космического закона. Правильно то, что даже лучшие повинны, потому идет новая эпоха, которая назначит женщину не только служительницей храмов, но и строительницей жизни. Мы преклоняемся перед великим началом женщины. Агни-йога. Откровение. 1934 год. Повинны в приукрашательстве, что ввели, например, понятие непорочного зачатия. Все остальные зачатия по отношению к этому, сделав порочными, стали отрицать гармонию начал и придумали, начиная с текстов Павла, явление противозаконное и противоестественное, явление венчания святых с Христом. Агни-йога «Высокий путь», 1934 год. Подменили единство начал. Христос очень горюет о вселенском браке, когда дух в экстазе принимал две величественные вещи за одну. В этом законе человек сам пошел к распутью, ибо невозможно соединять огненное право со служением иерархии. Агни-йога «Высокий путь», 1934 год. И, наверное, повинны еще и много в чем. Ответ Матери Мира. На пути к свету многие не выдерживали,
падали, совершали ошибки, предательство. Это о войнах света. Говоря же о путниках, идя налево, ошибались, заводя воинство в тупик. Только путь прави, правды, поработы, истинный и верный. Это путь Матери Мира Марии Деви Христос, ведущий оба начала в храм света любви и гармонии. Вода, насыщенная светом, живая, наполняет душу бессмертием. Вопрос. Заметно, что женщина стремится творить рай, делать все красиво, чтобы был явлен уют, налажен быт, явилась гармония, была забота, ласка, счастье. В этом также проявляется подобие женщин Матери Мира, сотворившей мироздание, делающей все, чтобы мир стал счастьем, раем для живущих. Даже происходящее сейчас разделение добра и зла – это получается обязательный и неизбежный процесс? Это как наведение порядка в доме, к чему чаще всего также стремится женщина. Ответ Матери Мира. Женское начало первично. Его природа – любовь, рождение жизни, материнство. Разве стремится мать к войне? Она утверждает жизнь, а мессия эпохи Водолея, эпохи разделения добра и зла, Матерь Мира, Мария Деви Христос, готовит мир к новому строю, эпохе Золотого века. Вопрос. То, как современные врачи выполняют распоряжение так называемого ВОЗ, сильно напоминает то, как вели себя солдаты гитлеризма, оправдываясь: «Я солдат, я выполнял приказ». Это специально подобные души родились сейчас, чтобы совершить убийство населения под видом медиков? Или это вообще какие-то демоны, бесы в халатах? Оценивая то, как некоторые подобные себя ведут и настолько обманывают население. Ответ Матери Мира. Это слуги Антихриста, демоны, летарии, клоны, биороботы, чернушники. Исполняют свою задачу по сбору урожая. Они помогают Махакали очистить землю от сорняков. Вопрос. Сейчас стало ясно, что истина только свидетельствуется, а затем все сами выбирают отношение к ней. Истина слишком велика, чтобы ее доказывать. Сказано, что находятся те, которые могут верить, знать в духе и истине. Остальные все равно предадут, когда наступят испытания. Зачем тогда кого-то убеждать? Вопрос. Как избежать того, чтобы доказывать? Как избежать того, чтобы даже невольно заставлять другого искать какие-то аргументы в защиту его, возможно, ошибочной и губительной для него позиции, в которой тот может еще больше застрять? Как исполнять твою заповедь, а не насилие? Заповедь 5. Насилие над всяким телом, душою, сознанием и духом, отрицание себя, чтобы всегда только помочь человеку, а не преградить путь. Ответ Матери Мира. Давно все сказано и разъяснено. Никому ничего нельзя навязывать. Нельзя метать бисер перед свиньями, затопчь. Ничего никому доказывать не нужно. Кто готов, тот сам все поймет и примет сердцем, без доказательств. Ибо насилием только вред свершается. Тем более, что духосветная энергия Матери Мира – это мощь, от которой горят все неподготовленные и сирые. Вопрос. Освящу человечество грядущей расы. Сожгу скверну святым пламенем дыхания своего, когда обнажу все сферы. Развернется твердь. Деви с мечом выйдет из огненного креста. Исторические документы из жизни Матери Мира. 1996 год. Здесь Деви при чтении воспринималась как святость. Правильно ли такое понимание? Ответ Матери Мира. Аббревиатура Деви
державная эгида, вседержительница Исида, истина, Матерь Света, Матерь Мира, Мария Деви Христос. Здесь сказано о небесном явлении Софии. Вопрос. В естестве сотворенного Матерью Света Мира действует постоянный принцип трансформации энергии, ибо все трансформируется с помощью света. Без фахата невозможна трансформация тел, предметов, мыслеформ. Виктория Преображенская «Наука о свете и его трансформации. Полет трансформации. 1992 год». Слышал произнесенную одним из твоих учеников фразу «Все происходит так, как течет свет», что показалось мне очень убедительным описанием всего. Может, и 144 тысячи еще не нашлись, потому что не протекает требуемым путем свет? Ведь это как во тьме. Найти свечение можно только, когда это освещение есть, когда его душам видно. Ответ Матери Мира. То, что кто-то еще не увидел свет и не узнал духовный путь воительницы света Марии Деви Христос, виноваты те, кто явился заглушками на пути. Задача всех светлых – разнести свет знания Матери Мира всем заблудшим во тьме. Все, кто участвует в программе спасения Земли Юсмалос, обязаны были донести за минувшие 30 лет свет Матери Мира всем жаждущим. Вопрос. В чем заключается трансформация твоего света, как сказано? «Ас истекаю вся огнями божественной любви, и чтобы не опалить в один миг души людские, трансформирую свою энергию через Иоанна Петра II, а он через вас, дети мои». Виктория Преображенская «Наука о свете и его трансформации. Каббалистическая теософия. 1996 год». Если кто-то еще не может принять твою абсолютную энергию, значит, не сможет притянуться, найтись. Но трансформация же не может означать искажение. Поэтому это что-то другое. Ответ Матери Мира. Трансформация – это передача фахатической энергии Духа Святого Матери Мира на все уровни мироздания, от высшего к низшему. С 1990 года Матерь Мира, Мария Деви Христос, облучает мир духовным светом, и мир меняется. Идет интенсивное очищение планеты. Даже те, кто не в состоянии принять божественные огни Софии, подвержены очищению. Их души либо сгорают, как плевел, либо переходят на новую ступень развития. Душа мира София Премудрая воздействует на все тело и разум Вселенной, наполняя его духом света. Вопрос. И самомнение, и самоуничижение – это проявление все того же эгоизма? Ответ Матери Мира. Да, это две стороны одной медали. Вопрос. Когда человеку плохо, это значит без Матери Мира? Ответ Матери Мира. Когда человеку плохо, значит, нет любви и света, веры в идеальное начало, способное защитить его в любой момент и вывести из критической ситуации. 7 декабря 2021 года. Виктория Преображенская. Книга «Чудо познания».